Итак, народ, всем привет! Сегодняшний мой ролик будет посвящен сенокосу, как мы с нашим дедом ездили в этом году, косили сено. Третий заключительный раз. Почему я рекомендую вам посмотреть этот ролик? Во-первых, ролик будет называться «Косим сено с дедом» или «Т-25 порвал МТЗ-80». Почему он так будет называться, почему я вам рекомендую его посмотреть? Этот ролик будет полезен всем молодым начинающим трактористам, которые или жителям, которые переезжают из города в деревню, покупают трактор или думают, что купить в раздумьях. Вот так. В этом ролике я расскажу, чем плюсы и минусы большой, высокой травы и маленькой травы, плюсы и минусы, положительные и отрицательные стороны. Это, во-первых. Во-вторых, косили сено с дедом. Я ездил с роторной косилкой, он ездил сегментной на Т-25. При правильной отрегулированной сегментной косилке, настроенной правильной, друзья мои, поверьте, она ничем не уступает роторной косилке. Конечно, роторная косилка позволяет, она дороже в смысле обслуживания, позволяет там какие-то закрывать ошибки, пропускать трактории, вот эти ошибки, которые допускает тракторист. Но сегментная косилка, она дешевле вот в этом плане, в обслуживании, в стоимости дешевле, но есть какие-то нюансы, настройки, содержание ее. И когда правильно она отрегулирована, сегментная косилка, и трактор заряжен правильно, что значит заряжен, настроен правильно, обслужен правильно, то Т-25 не уступает МТЗ-80, а порой его даже превосходит. Как было в нашем случае, дед заранее все это отрегулировал, наточил ножи, выставил ножи, шатун выставил, устранил все эти какие-то зазоры, прижимы поставил, все нормально было, хорошо. И вот в этот раз, можно сказать, что порвал, потому что нисколько не уступал, а порой даже где-то в каких-то моментах опережал. Так что смотрите, комментируйте, я думаю, кому-то будет полезно. Вот так вот. Ну, добро пожаловать. Смотрите ролик. Оставляйте свои комментарии. Какое солнце яркое, блин. Весь июль заливало, а сейчас август начался. И не начался, как говорится, подходит к концу. И такое яркое солнце. Каждый день погода классная. Вот такая погода стоит. Ладно, все, смотрите.
Итак, отрезал захват, два раза проехал. Идет хорошо, деда Петя пока нет, сейчас поставлю на видеокамере аккумулятор повышенной емкости, потому что этот я не успел зарядить. Ну, забыл, как всегда бывает, частенько. И продолжим косить. Че, погодка вроде неплохая выдается. Да, начали мы косить в половине десятого. Начал я косить. В половине десятого было. Так, косим, продолжаем косить. Время уже половина одиннадцатого. То есть я приехал полдесятого, сейчас половина одиннадцатого, сейчас уже кошу. Дед Петя еще не приехал, ну ладно. Хожу на четвертой передаче, кое-где включаю пятую. Плюсы и минусы данной травы, маленькой травы. Здесь такая маленькая трава. Плюсы и минусы вам скажу. Во-первых, косить очень хорошо, легко. Но трава будет быстро сохнуть, но это очень плохой будет набор травы. Но зато будет быстро сохнуть. Минусы такой травы. Долго ездишь, и очень плохая связь, когда мечешь сено. Там трава должна цепляться друг за друга. Вот такая вот как бы это круговая порука. Если же будет большая трава, высокая, будет коситься тоже хорошо, но будет дольше сохнуть. Это минусы большой травы, дольше сохнет. Но зато плюс у большой травы, это плюс. Большой набор быстро собирается, и еще есть связь, когда мечешь сено, быстро делается стога. Но дольше сохнет. Так что вот так вот, ладно. Продолжаю косить.
ушел, еду за трактором Т-25. Вот видно, как волны различаются. У меня волок, у него она с поршняком кладет. И чуть-чуть шире. Тут хожу на четвертой передаче, полный газ. Вон, я не знаю, наверное, на второй ходит. Или на первый. Один отрезали, скосили, сейчас вот второй взяли. Здорово, пенсионеры! Ничего, взял свое сегодня я. Не зря приехал. Свое взял. А тут-то не будет. Потом... Так, как у тебя? Вот эти фрикадельки, Вова, да, ты не ел? Попробуй. Ой, блядь.